Прошедшая неделя была богата на спортивные события. О самых значимых из них смотрите в следующем материале выпуска. 29 ноября в спортивной школе «Юность» прошли соревнования по настольному теннису и дартсу в зачет спартакиады трудовых коллективов на Кубок Славянского городского суда. В соревнованиях приняло участие 11 команд с общим охватом участников 110 человек. В настольном теннисе победу одержала команда «Петровская первая белая юность». В дартсе золото у спортсменов команды «Олимпийский управбас». Лучшими игроками этого вида соревнований признаны Артем Дьяконов из управления образования, набравший 264 очка, и Любовь Зубченко, олимпийский управбас, принесший в копилку команды 233 очка. Ноября в детско-юношеской спортивной школе номер 1 имени Шевченко прошло межмуниципальное первенство Славянского района по спортивной гимнастике среди девушек 2005 года рождения и младше в памяти Гриценко. Участниц соревнований поприветствовал заместитель главы Славянского района Александр Заволока. В соревнованиях приняли участие 39 спортсменок из Майкопа, Краснодара и Славянского района. Соревнования проводились в нескольких возрастных категориях. В каждой были определены победители. Первые места заняли Дарья Зубченко, Кристина Морозкина, Елена Мельникова. 1 декабря в спорткомплексе «Лидер» состоялся финал чемпионата Славянского района по волейболу среди мужских команд. Всего в соревнованиях приняло участие 9 команд. По результатам соревнований места распределились следующим образом. Золото у команды «Катран», город Новороссийск. Второе место также у новороссийцев, команда «Стеклоград». Третьими стали волейболисты из Крымска, команда «Барс». Славянская команда «Ветераны» смогла занять только 4 место. Лучшими игроками чемпионата стали Александр Курас, команда «Катран», Вячеслав Голубев, команда «Стеклоград», Станислав Жуковский, команда «Барс» и славянец Вадим Ермоленко, команда «Ветераны». В спорткомплексе «Лидер» состоялся открытый турнир Славянского района по боксу среди юношей 2002 года рождения и моложе. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Краснодара, Тимошевска, Темрюка, Брюховецкого и Славянского районов. С общим охватом участников 36 человек. По результатам соревнований спортсмены спортивной школы «Триумф» под руководством тренеров Водопьянова и Трофимова заняли 13 первых мест, каждый в своей весовой категории, и 3 вторых места.